Не справились с поставленной задачей после вылета «Авангарда» из плей-офф КХЛ. Весь тренерский штаб команды отправили в отставку. Напомню, в минувшие выходные «Ястребы» провалили серию с «Акбарсом». Шестой матч был проигран в сухую 0-5. В клубе сделали официальное заявление об отставке тренерского штаба, но поблагодарили специалистов за профессиональную работу на протяжении сезона. Но накануне в федеральных СМИ появилась информация, что «Авангард» может возглавить экс-тренер Сибири Андрей Скабелка. По версии издания «Чемпионат», из нынешнего состава тренерского штаба в системе «Авангарда» может остаться только Дмитрий Рябыкин.